А вот это мои сладкие перчики 12 июня. Несмотря на то, что они находятся в основном под укрытием, но из-за холодной погоды они тоже претерпели немало лишений. И на сегодняшний день выглядят тоже довольно скромно. Вот такие перчики. Несмотря на это, некоторые растения уже завязали первые плоды. Вот, например, вот здесь. Первая зависть перчиков. Вот здесь тоже. И вот здесь. То есть у самых разных сортов все-таки зависть перцев появилась. Вот еще тоже. Ну и, конечно, многие перчики цветут активно. Вот много бутонов. И, несмотря на маленький рост, перцы начинают понемногу развиваться. Но даже сегодня еще довольно холодно, и перцам приходится нелегко. Некоторые огородники иногда, так же, как и про баклажаны я говорил, удаляют первые вот такие плоды перцев. Я этого тоже не делаю, потому что тоже в этом никакого смысла не вижу. Как-то пробовал тоже. Это эффекта никакого не дало, поэтому я оставляю все плоды. Видно, что перчики немного, вот как я приоткрыл солнышко, хотя и не очень яркое, но перцы немножечко сразу привяли, подотвыкли они от солнечного света. Сейчас придется их притянить, тем более, что ветерок и холодно еще сегодня все-таки. Ну, как бы то ни было, потихонечку приходит тепло. Но уж очень медленно оно идет. И, надеюсь, перцы все-таки начнут развиваться более активно. Конечно, на сегодняшний день они довольно сильно отстают. Ну, надеюсь, с приходом тепла они наверстают упущенное и порадуют хорошим урожаем. Ну, пока перчики живые, целенькие. Надеюсь, все будет в порядке и дальше.